Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам. Хочу пригласить доктора Уилкса, который в 1996 году совместно с нашей семьей переехали на Украину. Он жил здесь 3 года. И фактически из-за него произошло то, что у нас сегодня есть. Не было бы его призвания, не было бы нашего согласия вместе приехать сюда, наверное, бы не было всех нас. Вот тут, вот наша община Орха Машиах. Но фактически он заложил тогда еще маленькие вещи, как Ник говорит, маленькую ситуацию, и сделал изменения, которые сегодня мы двигаемся дальше. У нас сегодня не только есть школа, Мессианский Близкий Институт здесь, в Одессе, но также у нас есть в Африке, у нас есть в Южной Америке, у нас есть в Корее, у нас есть в Израиле ассоциации. Бог поднимает нас на немножко другой уровень. Более вам того скажу, у нас сегодня идут разговоры или общение с нашими братьями баптистами о том, чтобы нашу школу приняли в ассоциацию, как бы приняли аккредитование для того, чтобы наша степень школы была немножко выше. И я верю, что это очень важное время, в котором мы живем, очень важное время. Не просто можно научиться. Начитаться книжек много можно, но когда ты общаешься, когда ты возрастаешь в этом, я думаю, что это очень важный этап для нашей школы. И непосредственно эта школа связана с нашей общиной. Добро пожаловать, доктор Уэйн Уилкс. И мы благословляем его и его, то, что он будет говорить нам сегодня. Oh boy, what a joy to be with you. Такая радость быть с вами. I love Odessa. Я люблю Одессу. And I have to say some of the greatest joys of my life happened in this place. Я должен сказать вам, что самые прекрасные и радостные вещи происходили со мной здесь в Одессе. I admit I was a American who did not know much of your culture or the language. Я признаю, что как американец, я не знал много о вашей культуре, я не знал вашего языка. I don't even know how to set up an iPad. Я даже не знаю, как установить iPad здесь, чтобы он не скользил у меня. But God made our lives so much richer by getting to know you. Но Бог сделал нашу жизнь нам такой богатой и разнообразной, когда я с вами познакомился. I love the local congregation. Я люблю поместную общину. I believe the local congregation is the hope of the world. Я верю, что поместная община является надеждой мира. I believe it's the hope of Odessa. Я верю, что это есть надежда Одессы. Not only here at Orha Mashiach, but other messianic congregations, other churches that name the name of Yeshua. Не только здесь эта община Орха Машиах, а также другие общины, которые несут весть церкви. The local congregation is the hope of Odessa. It's the hope of Ukraine. Община Орха Машиах является надеждой Одессы и надеждой для всей страны. It was in the local congregation that I was trained. По местной общине я был обучен. I was able to explore and make mistakes and be trained. По местной общине у меня была возможность узнавать что-то нового, да, и ошибки, и продвигаться вперед. As I saw these dear sisters sharing different testimonies. Мы слышали, как дорогие сестры делились здесь свидетельствами. I was reminded that in a home group was the first time that I gave a prophecy
And I submitted it to my home group leader. Что впервые, когда я начал пророчествовать, я подошел к лидеру домашней группы и поделился, и тогда первый раз я пророчествовал домашней группе. He said, "Very good." И он сказал: "Хорошо, хорошо." Good job. Хорошо, молодец. It was in the local congregation that I began to serve. В местной общине я служил. My first teaching assignment was in the nursery. Первое задание, которое я получил в домашней группе, это пойти и учить в детской школе. I used to teach the bed babies. Представляете, я учил в самой младшей группе. And I would use my same little bees and flowers. И вот я пел с этими бумажками, с цветочками. Eventually, I began to teach in other areas. Потом я начал учить в других областях. I eventually became an elder in the congregation. Я стал служителем, старейшиной. And it was in the congregation that I met Valentina and Tatiana. И также по местной общине я познакомился с Валентиной и Татьяной. We were a local congregation in the Dallas-Fort Worth area. Мы были по местной общиной в районе Далласа-Форт Уорта. Это два города вместе. And I, at one point, became the pastor of one of those local congregations. И в какой-то момент я был сам старшим пастором в этой общине. And that was the first time that I met Valentina and Tatiana. They were in our congregation. Когда я стал пастором, вот тогда я и познакомился с Валентином и Татьяной, потому что они ходили в эту поместную общину. Now David works at the MJBI. Давид работает в MJBI. And Nick is his boss. This is Nick. Nick это его начальник. Nick is vice president of MJBI. Nick это вице-президент MJBI. But I was reminded talking to Tatiana just now. Но я сейчас мы когда говорили с Татьяной, напомнили друг другу. That it was in the local congregation. Что в поместной общине. David, you don't even remember this. Давид, ты наверное не помнишь об этом. But David was born. Давид родился. And she said that I was the one that dedicated him to the Lord. И она сказала, что я молился за посвящение Богу. Wow. Wow. And here he is today. И вот он сегодня здесь. It's in the local congregation. Поместная община. And it was in the local congregation. Вот что значит поместная община, потому что в поместной общине. That hands were laid upon the Sviontechs and the Wilks, and we were sent to Odessa. Тогда были, они были рукоположены в этой поместной общине и были отосланы вместе с нами. I want to speak this morning. Высланы на миссионерскую работу. I want to speak this morning on the city of God. Я хочу сегодня говорить о городе Божьем. Because I believe in the Bible, the city of God is a picture. Of what the local congregation should be. Я верю, что город Божий это как описывается, в чем суть, как должна быть поместная община. I'm going to take two passages of scripture. Я возьму два места писания. They talk about the city of God. Когда говорится о городе Божьем. And I'm going to draw parallels to the local congregation. И потом я буду параллель проводить с местной общиной. And in the city of God, there are three characteristics. В Граде Божьем есть три характеристики. There is a city, there is a structure. Есть город, есть структура. There's something you see. Есть что-то, что вы видите. Number two, there is a river running through it. И потом вы видите второе, это река, которая проходит. And number three. И третье. There is healing and gladness that is a result. Есть исцеление и радость как результат всего этого. So let's look in Revelation 22 verses 1 and 2. Давайте откроем Откровение 22 главу, 1 и 2 стих. Verses 1 and 2. 22-я глава, 1 и 2 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Отца. Среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов».
So you get this picture in the book of Revelation. И вот вы видите эту картину в книге Откровения. There's the throne of God. There's the city of God. Есть трон Божий, град Божий. Yeshua is sitting on the throne. Иешуа сидящий на троне. And there is a river going out. И потом мы видим реку, которая она выходит оттуда. And as this river goes out, there is healing that takes place. И в то время, когда исходит река, исцеление занимает место. Let's look at Psalm 45. Давайте посмотрим Псалом 45-й Псалом. In verses 4 and 5. 4 и 5 стих. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся город о волнении их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. So again, in both verses, there is a city, there is a structure. В этих двух стихах, которые мы прочитали, есть град и есть структура. There is a river. Есть река. And there is gladness or there's healing. И есть радость, есть исцеление. Number one, there is a city. Первое, что мы видим, это город. Something has to be built. Что-то должно быть построено. There is a structure that is seen. Есть структура, которая она видима. The word of God is instrumental in laying the foundation. Слово Божье является инструментом для установления фундамента. And it's the word of God that continues to build the structure. И слово Божье это тот инструмент, который строит. But the Bible says that the people are also the structure. Но Библия также говорит, что люди являются структурой. But some people only want to build the structure. Есть люди, которые хотят только строить структуру. Some people are only concerned about laying a foundation. Есть люди, которые заботятся все, что они заботятся о фундаменте, Everything об основании. Is focused upon the building. И их основной фокус на строении здания. Now I came from a particular denomination. Я вышел с определенной деноминации. That was very there was a special move of God back in the 1800s. И в конце 18-го столетия там было особенное движение Бога. But over time there was no more river running through this city. Но пришло время, и уже больше река не текла в той деноминации. Everything was focused upon the structure, everything was focused upon the city. Всё было весь фокус был на структуре, на строении здания. And I remember that there was a teaching in our denomination. Я помню, что было такое учение в нашей деноминации. That you could only take the Lord's Supper with one cup. Что ты можешь принимать причастие только если все будут пить с одной чаши. So because they say there was only one cup in the Bible. Потому что написано, что есть только один завет в Библии. So everybody would drink out of the same cup for the Lord's Supper. Все пили на причастие с одной большой чаши. But finally the church got so big. Но пришло время, и церковь стала большая. That they needed two one cups. И им нужно приобрести две чаши. And this became как бы одна чаша, но две чаши. This became a controversy. И вот стало противоречие. Another, but our churches all look the same. Но церковь выглядела так же само. You could go down this in any city or any village, and you could tell the particular building of our particular denomination. И вот эти церкви нашей деноминации выглядели одинаково. Куда бы вы ни поехали, в какой город или деревню, по структуре здания вы могли определить, что это принадлежит вот этой конкретной деноминации. And one of our congregations purchased a building from another denomination. И вот одна церковь с нашей деноминацией выкупила другое здание другой деноминации принадлежащее. Our structures did not have crosses on the steeple. И в нашей деноминации на здании не было креста на самой верхушке. That wasn't our structure. Это не была наша структура здания. That wasn't what our structure looked like. И это не являлось тем, кем мы являлись. So this building had a big cross at the top of the steeple. И это здание, которое они купили новое, на самой верхушке был такой большой крест. And this became a big problem for the congregation. И это стало большой проблемой для общины. How will we get that cross off? Как нам снять этот крест тот большой? So that our structure, our
building чтобы наше здание, looks like it's наше supposed здание to look. Выглядело так, как оно положено, чтобы выглядело. So they had an idea. И вот у них появилась идея. Because it was very steep, it was very difficult to climb. Но из-за того, что это был настолько острый конец, верхушка острая, высокая, и очень трудно было добраться. So they got a ladder. И вот они принесли большую высокую лестницу. И пытались подняться. They tried to get a rope. Взяли веревку, они попытались закинуть веревку, петлю сделать. Nick and I are from Texas. Ник и я, мы из Техаса. Now everybody, people think that all of us from Texas know how to ride horses. And все люди, которые думают, что если ты из Техаса, то ты знаешь, как на лошадях кататься и как можно ездить на лошадях и как можно веревки вить. But it's really not true. I mean, но это на самом деле неправда. But anyway, so they were trying to get their lasso. И вот они попытались петлю закинуть веревкой. To catch the cross. Они пытаются словить этот крест. Because they were going to then tie it to a truck and pull it off. Идея была такая: завязать к машине грузовой, и грузовая машина должна была скинуть этот крест со здания. Couldn't reach that cross. Они не могут достичь этой цели и связать крест. They tried many things. Пытались разные вещи. But finally they got an idea. Но в конечном итоге к ним пришла блестящая идея. One guy got his powerful shotgun. Один человек, у которого был такой ружье такое сильное, крепкое, мощное. And he crawled up as far as he could get. И вот он подполз настолько близко, насколько он смог приблизиться. And began to shoot. И он начал стрелять в этот крест. And just blew that cross off the church. И он прострелил этот крест, и крест упал и свалился с крыши. Now look, this was all because they felt this was pleasing to God to have a certain look, to have a certain structure. Эта деноминация сделала, вот верила, что сделав это, они угодят Богу. But if we really want the city of God, if we really want the city of God, если мы хотим на самом деле иметь этот град Божий, if we really want the city of God reflected in our local congregation, если мы хотим, чтобы на самом деле этот град Божий отображался в нашей поместной общине, it cannot be structure alone. Это невозможно, чтобы была всего лишь только структура или здание. It cannot be the building alone or only the word alone. Не может быть только слово Божье. There has got to be number two, a river. Должно быть номер два, река. The river runs through the city of God. Река, которая будет проходить сквозь град Божий. Now where there is a river, there is a fresh flow. И где река, там будет всегда свежее течение. There is the Holy Spirit. Там есть Дух Святой. This morning we were experiencing the presence of God, the Holy Spirit, as we were worshiping. Сегодня утром, когда было прославление, мы переживали и присутствие Божье. The Holy Spirit is here. Дух Святой здесь. Don't take His presence for granted. И не принимайте Его присутствие как за должное. Some people experience the river. Некоторые люди, они переживают эту реку. And it's very exciting. И это восторг для них. I know at our local congregation in Texas. Я знаю, что наша поместная община в Техасе. We had a fresh move of the Holy Spirit in our congregation. У нас также было свежее такое движение Духа Святого. Now my daughter Julia, some of you may remember Julia. Многие помнят, наверное, мою дочь Джулию. She was 8 years old when we came here. Ей было 8 лет, когда мы приехали сюда. She's 28 now. Сегодня ей 28. But she is adopted from Guatemala. Но мы ее удочерили из Гватемалы. When she was 6 months old, we got her from Guatemala. Когда ей было 6 месяцев, мы ее забрали и привезли из Гватемалы. Her mother had given her up. Ее мама отказалась от нее. Then she was 6 months with a nanny. Потом 6 месяцев она была с няней. The nanny got very attached to her and wanted to keep her. Няня настолько привыкла к ней, что хотела ее оставить себе.
But they had already committed that she was going to come to us. Но уже из-за того, что все были документы и обещания были сделаны, что она будет наша. But the nanny said, "No, no, no, I'm going to keep her." А няня говорит, что нет, я не отдам ее, я буду ее себе возьму. So when Julia finally came to us, she was traumatized. И когда Джулия была уже наша, она была травмирована уже. Even though she was 6 months old, she'd been rejected by her mother. She'd been rejected by this second woman. Она была отвергнута мамой, она была отвергнута няней. So when she came to our home, when Bonnie would hold her, her arms и когда like this. У нас дома, когда уже мы ее привезли домой, Бани, моя жена, когда брала ее, она вот так вот выгибалась, и ручки назад. For 5 years, she wanted nothing to do with Bonnie. 5 лет она ничего не хотела общего иметь с Бонни. She would cling to me, but она she would resist больше. Bonnie. Она ко мне приходила, ну, меня принимала, а Бонни мою жену не принимала. In our local congregation. В нашей поместной общине. The Spirit of God was moving in a fresh way. Тогда Дух Божий действовал очень сильно. And one time in the front. И было одно время впереди. The Spirit of God fell upon our young people. Дух Святой сошел на наших молодых людей. Even these young 5-year-olds. Даже на пятилетних. They were laying before the Lord. Они легли на пол. Some of them had visions. Некоторые видели видения. The Spirit of God was speaking to them. Дух Святой действовал, говорил им. Giving them revelations of things that were phenomenal. Давал откровения, видения замечательные. And Julia was crying and crying and crying as she was under the power of the Holy Spirit. И Джулия, когда она была под силой Духа Святого, она плакала, плакала, плакала. And she was calling out loudly, "Mama, и громко она вот так кричала, "Мама, мама." It was like she was grieving for her mother. Она скорбила о своей маме. Bonnie went and laid beside her. Бонни пошла и легла рядом с ней. And as she was grieving and crying out, "Mama, mama, mama." И в то время, когда она плакала и скорбела, восклицая, "Мама, мама, мама." After about 30 minutes. После 30 минут. She began to continue to cry out, "Mama," but it was a different cry. Потом она тоже начала плакать, "Мама," но это уже был другой тон. She grabbed a hold of Bonnie. Она схватила Бонни. And began to say, "Mama, mama, mama." И потом она, держась за Бонни, говорила, "Мама, мама, мама." This is a work of the Holy Spirit. Это и есть работа Духа Святого. This was something that happened in the river of God. Это нечто, что происходит только в реке Божьей. The city of God must have structure. Град Божий должен иметь структуру. The city of God must have a river running through it. Град Божий должен иметь реку, которая будет течь сквозь. But what happens is sometimes people get in the river. Но что происходит? Иногда люди, они входят в реку. And they think the river only looks this way. И они думают, что река выглядит только таким образом. I visited a church one time called the River Church. Я посетила однажды одну церковь, которая называлась церковь река. And they claimed to be in the river. И они провозглашают, что они находятся в реке Божьей. And all they did was talk negatively about all the other local congregations. И все, что они делали, они говорили негативно о других общинах, которые находились вокруг. And they ran around and did a lot of things. И вот они, и что они делают определенные they вещи. Were shaking. В этой церкви в речной они и тряслись, и падали. But it was dead. Но вот это все, что было, было мертво. Было мертво. Sometimes what we do with the river, иногда что мы делаем с рекой, we actually create a little dam. На самом деле мы строим небольшие дамбы. And we say we want to keep this water just like it is. И мы говорим, что мы хотим сохранить вот эту воду вот таким образом. And we think once a week we can go down and just kind of sit in the water. И что раз в неделю мы идем и мы садимся в эту воду. We're in the river. We're in the river. И вот мы в этой реке, мы в этой реке, мы такие счастливые.
But no, the river doesn't have a dam. На самом деле река, она не имеет дамбы. The river is running fresh. Река, она свежая, она течет. What comes down the river this year may be different than what comes down next year. Что приходит в реке, содержимое реки сегодня, оно будет совершенно другое, что будет через год. We who are structure people should not criticize the river. И люди, которые структуры, да, слова, они не должны критиковать реку. And we who are river people should not say there should be no structure. И те люди, которые находятся в реке, они не должны критиковать те, которые в структуре строят. The river must be fresh. Река должна всегда быть свежая вода. The river runs through structure, the city, the body, with authority, with clarity, with direction. Через город, через улицы, через строение, через власти, и она должна быть всегда свежей. The city of God has a city, has structure, and it also has a river. Град Божий, он имеет структуру и он имеет реку. And when both are combined together, и когда они вместе соединены, there is healing. Тогда есть исцеление. The river from the city brings healing. Исцеление, река, которая проходит в городе, она приносит исцеление. Now some healing is instant. Иногда исцеление происходит моментально. Like what happened with my daughter. Вот что произошло с моей дочерью. But my experience as a pastor. Но будучи пастором, с моего опыта. Is that happens, but healing also happens over a period of time. Что я говорю, что иногда исцеление приходит через время. Занимает время. True freedom is only found in Yeshua. Настоящая свобода найдена только в Иешуа. Galatians 5:1 says. Галатам 5:1 говорит так. It is for freedom that Yeshua has set us free. Написано, что 5:1. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос. It says, "Don't be enslaved again by a yoke of slavery." Говорит о том, что не стойте в плену, который в этом рабстве плена. When we turn to Yeshua, потому что когда мы поворачиваемся к Иешуа, our spirit is saved. Наш дух он спасен. Our spirit is set free. Наш дух он освобожден. Our salvation is instantaneous. Наше спасение оно внезапно произошло. So on one hand, there's freedom instantly. И с одной стороны, наша свобода она внезапная. But the Bible says our soul is being saved. Но Библия говорит, что наша душа спасается. Our mind, our will, our emotions is a lifelong process. Разум, эмоции, чувства — это процесс всей нашей жизни. And when we meet the Lord, there'll be a freedom of our bodies. И когда мы встретимся с Господом, придет настоящая свобода в наших телах. But look, there is only one person who's ever lived the messianic life. Послушайте, всего лишь один человек, который жил когда-то мессианской жизнью. It's Yeshua. Это Иешуа. But when we receive him, но когда мы принимаем его, he begins to live his life in us and through us. Он начинает жить своей жизнью в нас и через нас. Now, each of us carry our own baggage into our marriages. Каждый из нас носит определенный багаж, который мы, если мы женимся, мы приносим это в наш брак. We've experienced trauma. Мы переживали травмы. We've been subject to dysfunction. И также это все приносит в наши браки не функционирует правильно. Вот те багажи, которые мы имеем с собой. In the city of God, we are imperfect people. В городе Божьем, в граде Божьем, мы несовершенные люди. We're people who are getting free. Мы те люди, которые освобождаемся. It's not one time. Это не один раз. It's lifelong. Но это на продолжении всей жизни происходит. I have walked with the Lord many years. Я с Господом хожу много-много лет. But I still see areas in my life that need greater freedom. Но до сегодняшнего дня я вижу определенные области в моей жизни, где нужна свобода, намного большая свобода. I still have great struggles. До сих пор я имею определенные трудности.
There are times I need to go and talk to someone. Иногда бывает так, что я иду, и потому что мне нужно поговорить с кем-то об этом. And have them pray with me. И тогда они молятся за меня. The worst thing you can do. Самое ужасное, что вы можете сделать. Is to keep everything inside. Это все держать внутри себя. And pretend you're someone that you're not. И делать вид, что вы являетесь кем-то, кто на самом деле вы не являетесь. But to realize we're all imperfect people in the city of God. Но мы все должны осознавать, что мы все несовершенные люди, которые находятся в граде Божьем. We're being healed by the word of God. Мы исцеляемся словом Божьим. We're being healed by the city. Мы исцеляемся городом. We're being healed находясь в городе. By the river. Мы исцеляемся рекой, которая протекает сквозь город. But we need to do whatever it takes to get healthy, to get free. Но нам нужно сделать все необходимое, чтобы быть здоровыми и быть исцеленными. The Bible says love covers a multitude of sins. Библия говорит, что любовь покрывает множество грехов. I've seen many couples get married. Я вижу, как многие люди, которые женятся. And somebody will do something that will be so shocking. И кто-то из супругов сделает что-то, а другой супруг, он настолько шокирован вот этим происходящим. And we need to help each other. Мы должны помогать друг другу. My wife helps me. Моя жена помогает мне. I help my wife. Я помогаю своей жене. Our light, our love for each other covers a multitude of sins. Множество грехов. We in the city of God. Мы в граде Божьем. The local congregation. Поместная община. We're learning how to walk together. Мы учимся, как ходить вместе. Let's be transparent давайте with our будем, leaders. Давайте будем откровенны. And do whatever it takes to get healthy. И делать все необходимое, чтобы быть здоровыми. We need a city. Нам нужен город. We need a river. Нам нужна река. We need healing. Нам нужно исцеление. Let's look at one final verse. Давайте еще одно место Писания посмотрим. Psalm 45. Псалом 45. That we read earlier. Который мы прочитали раньше. Goes on to say right afterward. Который говорит там дальше. In verse 10, Psalm 45, verse 10. Псалом 45, 10. Be still and know I am God. Остановитесь и познайте, что я есть Бог. And following up what Nick said earlier. И вот продолжая то, что Ник сказал. There's been something I've been doing lately that I want to encourage you to do. Есть что-то, что я делаю в последнее время и хочу ободрить вас, чтобы вы делали то же самое. Take 15 minutes. Возьмите 15 минут вашего времени. 15 минут. And just be silent. И просто молчите в ожидании. Just be still. Просто остановитесь, спокойно сидите. It's not even a time you need to be praying about something. Даже не молитесь. It's not a time you need to be thinking through all your problems. Не думайте, это не то время, где думать о ваших проблемах. It's not a time you need to be reading your Bible or reading something on Facebook. Библию или, например, открыть Facebook и прочитать. I want you to sit for 15 minutes. Просто сядьте, посидите 15 минут. And just be silent before God. И спокойно, молча, в молчании побыть перед Господом. Молчание перед Богом. Listen, we need time silently before God. Нам нужны такие времена, где мы должны молчать перед Богом. To face who we are. Чтобы столкнуться с настоящим я, кто to я есть. To face areas of freedom. Чтобы увидеть ту свободу, которая так нужна нам. To be at peace in His presence. Чтобы мы имели мир в Его присутствии. To let Him calm our soul. Чтобы Он мог позвать нашу душу. We are the hope of Odessa. Мы являемся надеждой Одессы. The local congregation. Поместная община. Is the hope of the world. Она является надеждой миру. We're imperfect people. Мы несовершенны. But we're growing. Но мы растем. We're changing. Мы изменяемся. And it's a lifelong process. И этот процесс жизненный.
So I want you to bow your heads. Поэтому склоните, пожалуйста, ваши головы. And I want to ask you, what is the Holy Spirit? И я хочу спросить вас, что Дух Святой говорит сейчас? Saying to you today. Конкретно, что Он вам говорит лично? I've given you some homework. Я дал вам домашнее задание. I've challenged you to take 15 minutes a day and be silent. Я бросил вам вызов, чтобы вы взяли 15 минут и сидели в молчании. But some of you maybe are new. Но некоторые из вас, может быть, вы новые. Maybe you've never even accepted Yeshua as the Messiah. Может быть, вы никогда и не принимали Иешуа как Мессию. There's an initial coming into His presence. Есть начало, когда вы приходите к Нему впервые. There's an initial acceptance of Yeshua the Messiah. Есть первый шаг — это принять Его. Where we offer up our lives, когда мы отдаем свои жизни Ему. И мы просим, чтобы Он вошел в нашу жизнь, чтобы Он руководил нашей жизнью. И если это вы здесь, кто-то сидит, я хочу, чтобы вы помолились. Иешуа, would you give me freedom? Дай мне свободу. Give me freedom. Дай мне свободу. From the weight of sin. От тех путей греха. Take over my life. Возьми мою жизнь. And begin to live your life through my life. И начни жизнь в моей жизни через меня. I thank you, Lord. Я благодарю тебя, Господь. Father, I bless this congregation. Отец, я благословляю эту общину. Lord, lead us. Господь, веди нас. As a city. Веди нас как город. Help us, Lord. Помоги нам, Господь. To flow in your river. Чтобы мы могли течь. And Lord, bring healing. И принеси исцеление нам. To every area of our lives. Каждую область нашей жизни. In Yeshua's name. Во имя Иешуа. Amen. Аминь. Я верю, что откровение, может, кто-то из вас получил о том, что должна быть строительство, в котором есть каналы, в котором должны быть каналы живой реки. В домашних группах, в школе библейской, в служении, которое вы ведете. Нам нельзя строить преграды той реке, которую Бог нам дал. И если вы заметили, доктор Уэйн использовал одно местописание, говорит, от престола благодати это течет вода. Престол — это его место, где он восседает во славе. Иешуа говорит, я буду среди вас. Я вас не покину и не оставлю. Где двое или трое собрались во имя мое, я буду посреди вас. И когда община собирается вместе, либо домашние группы, либо служение, которое вы ведете, Иешуа посреди вас. И в этот момент, хочу, чтобы вы услышали, течет река от престола, она невидимая. Может, кто-то здесь в первый раз скажет, вот люди немножко сумасшедшие, там что-то представляют себе. Но мы знаем, что некое присутствие Божие посреди нас. Даже присутствие Божие между мужем и женой, поэтому сказано «двое» начало. Когда мы соглашаемся о чем-либо, мы чувствуем, что Бог с нами. Он ведет нас. Позволить вот этому чувству следования за Богом делать то, что нам на самом деле приносит удовольствие. Я не имею в виду греховное удовольствие, а то, чего ты чувствуешь, что ты угодил Богу.
может быть, принести хлеб нуждающемуся, прийти в домашнюю группу и потом пойти помочь людям, либо привести людей. Я знаю, что сегодня много людей наших, у кого есть транспорт, привозят наших близких, родных, другие стариков наших, которые далеко живут, люди, которые с отклонениями не могут передвигаться, тоже приезжают. Услышьте, что-то особенное происходит, когда мы высвобождаем добрые дела. Поэтому Иешуа говорит: добрый и верный раб, добрый. Я бы хотел помолиться вот за это состояние, чтобы мы научились быть добрыми, принимать от престола благодати в структуре, в которой мы находимся, в структуре хвалы и поклонения, в структуре танцевальной группы, в структуре наших людей, которые группа порядка, в структуре нашего театрального служения, гостеприимства, копилки, которая будет, в структуре домашних групп, которые помогают людям найти эту реку, шагнуть в нее и чувствовать себя удовлетворенным. В структуре, где люди ходят по больницам, госпиталям, быть в структуре. Наверное, вот за это я помолюсь. В структуре, которая течет река Духа Святого, молитвы, благословения, позитив. Аминь. Помните, доктор Уилл сказал, что есть люди, которые любят реку, и исполняются Духом Святым, радостные, все такое, но они критикуют всех остальных, как будто у них ключи царства. Сами попали туда, а других не пускают, потому что все плохие. Не так выражают свою радость в присутствии Духа Святого. А я думаю, что когда помог бабушке перейти через дорогу, и она скажет: сынок, спасибо. Пусть Бог тебя благословит. Может сказать, можете еще раз сказать, пусть Бог меня благословит. Ты чувствуешь, хорошо. С этим благословением идешь. О, Боже. Господь, дай нам быть градом Божьим, местом пребывания Твоего. Чтобы эта река Духа Святого и благодати, милости текла посреди нас, в наших семьях, в наших служениях, в домашних группах, в структуре общины, Господи, и строения того, что мы хотим делать. Чтобы конечным результатом совокупности одного с другим мы получали исцеление и, самое главное, радость того, что мы находимся в Твоем присутствии. И то, что происходит здесь, на земле, оно отображается, то, что происходит там, на небесах. И мы поэтому говорим: да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. На земле, как и на небе, пускай здесь, на земле, посреди нашей общины, других церквей, которые в единстве и сотрудничестве здесь, в городе, приходит освобождение и приходит милость к нашему народу здесь, в Одессе, и в области, и в стране, и по всему миру. Благослови нас. Благослови нас. Проверьте ваше состояние, потому что река эта течет сегодня здесь. Может, у вас болели конечности, может быть, головная боль ушла, может быть, еще приступы колики почек, либо в области печени. Господь сегодня хочет нас исцелять, подтверждать это. Аминь. Давайте мы встанем наши ноги. Заканчивая наше служение, давайте будем верить в том, что это время для нас важное. 15 минут. Где их взять? Каждый из нас спросит, где взять 15 минут? Вы знаете, когда встаешь рано утром, выходишь на улицу, понимаешь, что наш народ еще спит. Да.
наши кафе, наши булочные открываются после 10 часов. Вы скажете, кто так рано кушает? Кто рано встает, тому Бог дает. Это говорит о том, что наша культура, наш, вот как мы живем, мы любим гулять допоздна. Вставать поздно, прогулять весь день, проработать, ну погулять. Как поработал, так погулял, да? Знаете, я понимаю, что мы живем в другом мире, но если мы научим себя вставать немного раньше, раньше лечь, раньше встать, то время, которое в тишине, наши дети еще спят, мы можем провести с Господом. Можно помолчать. Тихоша. Дайте Богу сделать о вас мнение. Я верю, что это возможно. Авину Шабашамайм, Отец Небесный. Когда эта река приходит, мы получаем исцеление, даже не замечаем. Внезапно пришел Господь в свой храм, и слава наполнила храм. Господь, мы сейчас здесь, храм Твой, и мы ждем, чтобы Ты наполнишь каждый уголок этого храма. В этом теле у нас. Мы знаем, что Ты есть Бог неба и земли. Ты мой Бог, и Ты мой целитель. Пускай то чудо, которое я ожидаю, обязательно придет. Дай мне быть свободным. Пускай Твое присутствие сопровождает меня. И Бог говорил Аарону, вот таким образом ты и дети твои пускай благословляют сынов Израиля. Сегодня мы одно целое. Некоторые были далеки от обетования Божьего, стали близки посредством крови Иешуа Мессии. Мы одно целое. Мы в Боге, в Иешуа Мессии, один народ, взятый в удел из разных стран. Есть, да, евреи, но есть те, которые присоединились к тому обетованию, которое Бог оставил Аврааму. И в тебе благословлятся все народы. Господи, в Тебе благословлятся все народы. Боже, корень Иессея, Иешуа Мессия, в Тебе благословлятся все народы. Твое имя призываем. И мы полагаем Твое святое имя, Агнца Божьего на нас, на всех детей, любящих Тебя. Yevchech Adonai Vayishmagecha Yevchech Adonai Panavelecha Vichunecha Issa Adonai Panavelecha Vasem Lecha Shalom Beshem Yeshua Mashiachinu. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим, помилует Тебя. Да обратит Свое лицо Господь на Тебя и даст Тебе Свой шалом, Свое исцеление, Свое обеспечение, Свою милость и благость и сохранит Тебя на всех путях Твоих. И скажешь Ты, воистину, мой Бог жив. Аминь. Пускай Бог благословит вас. И мы...